просто войти в Империум. Почему нет? Обычно мы везде просто входим. Подозреваю, что мы там в розыске. Знала я одного. Арестовали за фальшивое пение. А уж, думаю, активная борьба с когтями могла занести нас в список «не входить». Слишком охраняемое королевство. Там стража на каждом въезде. Следят, чтобы входили только свои. А кто следит за тем, что выходит из Империума? Отходы, мусор. Должна быть целая канализация, которую не проверяют. Это гениально, Арин. Гарантирую, в канализации стражей нет. Это твой
твой шанс. Иди за фотоком. Теперь мы отключим тебя и навсегда. Анна, добро пожаловать домой. Мы заждались тебя.